Сегодня граждане всей республики с 7 утра пришли на свои избирательные участки и отдали свои голоса за достойного, по их мнению, кандидата. Всего кандидатов на пост главы государства 7. Мен бүгін барымды киіп, бақанымды таянып, нөмірі бірінші қазақ боп келген жайым бар мына сайлауға. Жүректегі қуаныш. Біреулер кімге дауыс бересің, бәлен түгенде біресің, әр кімнің өзі біледі. Жүрегінің қалауы біледі. Ең бастысы, біздің елде бейбітшілік. Менің өзімнің арманым енді 20 жыл біз бейбіт өмір сүрсек, ана Европадағыдай ырылдасып, жағаласып, бір-біріміздің кеңірдегімізден алмай, енді бір 20 жыл өмір сүрсек, біз 20 миллионға жетеміз. Қазақтың саны 20 миллионға жетеді. Қазақстанда 18 миллион халық, бірақ қазақтың саны 20 миллионға жету керек. Міне сонда ол ешқашанда жойылмайтын, мұртын балта шаппайтын ел боламыз. В городе Семей работают 149 избирательных участков. На сегодняшний день в городе зарегистрировано 239 310 избирателей. Из них около 5% голосующих впервые. Их встречали с волнением и предоставляли подарки. Сайлауға ең алғашқы рет дауыс беріп тұрым. Осы себептен подарок берді. Осы сайлауға келу себебім президент елбасымыздың осы жылды жастар жыл деп сайлады, сондықтан мен өзім те үлкен бір ответственность бар деп ойладым. Сондықтан ерте тұрып сайлауға дауыс беруді шештім, себебі шынымен де осы Қазақстанның болашағы, президенттің сайлануы деген сияқты дүниелердің бәрі ол біздің қолымызда. Әр дауыс маңызды деп бізге всегда агитационный немелер жүргізетін, біздің осы университетіміздің ректоры әрқашан дауыс беріңіздер деп. Сондықтан сол ответственности сезініп, келіп, дауыс бердім президентке болашақ. Қазақстан республикасының осы президенттік сайлауы әділ өтеді деген ойдамын. Және де осы сайлаудың соңында халқына адал еңбек жасайтын басшы тағайындалады деген үміттемін. На участке номер 260, который расположен в медицинском университете города, на сегодняшний день зарегистрировано более 250 избирателей. Жители выбирали осознанно, особенно молодежь города, понимая, что сегодня они выбирают будущее государства. Выборы – это демократичное государство, у нас межнациональное согласие, и достойный преемник, возможно, будет Назарбаев. Так что я считаю, люди делают правильный выбор. К выборам мы относимся очень серьезно и никогда за всю свою жизнь никогда не пропускали ни одних выборов. Он очень много хорошего для нас сделал. Всегда заботился, особенно о пенсионерах. Мы очень довольны своими пенсиями, что всегда они пополнялись каждый год, потому что мы надеемся, что он будет также продолжать его линию. Правильное направление в целом. Живем в Казахстане мирно. Это самое главное. У нас нету каких-то особых событий. В целом жизнь положительная. И так надо продолжать дальше. На участке номер 260 голосует и аким нашего города Ермак Салимов. Как отметил градоначальник, во всех избирательных пунктах соблюден порядок. Комиссии обеспечены всем необходимым для работы. Также процесс проходит с соблюдением закона о выборах Республики Казахстан. Я, естественно, за, скажем так, качественное улучшение, скажем так, элементов тактики. Поэтому за стабильность, за качество жизни, за комфортность. Вот за это я сегодня проголосовал. Везде обеспечен порядок, комиссии все надлежащим обеспечены всем необходимым для работы. Безусловно, все идет в рамках закона, это однозначно. Значит, за этим следят наблюдатели, их к нам приехало. На участке номер 260 созданы все условия для избирателей. Для людей с ограниченными возможностями были созданы комфортные условия. Настроение избирателям поднимал оркестр с музыкой. На
На территории республики образованы 9968 избирательных участков, в которых избиратели выполняли свой гражданский долг, голосуя за достойного кандидата. Выбор был у каждого. Асель Айдар, Абзал Абуталимов. Специальный выпуск Шарына, ТВК-6.